Горячая линия «Все о правах детей» заработает с завтрашнего дня в республике. На все интересующие дагестанцы вопросы будут отвечать сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Дагестане. По телефонам, которые вы видите на экране, можно будет задать вопросы, касающиеся, в частности, образования, социальной поддержки, материнства и детства, лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания. Горячая линия будет работать в будни с 9 до 18 часов до 29 ноября.